Всем привет! Вы на канале «Мой старый компьютер». Подписывайтесь, ставьте «Нравится». Этим вы помогаете развитию канала. Сегодня покажу фитнес-браслеты от Xiaomi, то бишь это Mi Band 4 вот, и Mi Band 5. Вот, покажу отличие их зарядок, какие они бывают, и сам принцип зарядки. Вот. Ну и если у кого-то там сломалось, кто же думает покупать и так далее, чтобы понимать, да. Вот, или у кого-то достался кому-то этот браслет, а зарядки нет. Ну, то есть кто-то кому-то подарил там или еще что-то, вот, без зарядника, то вот смотрите, на Mi Band 4 он будет выглядеть вот так вот. То есть такой вот, в таком виде. На Mi Band 5 у него уже будет немножко другая, она магнитная зарядка. Их, в принципе, продают. Не обязательно оригинал, есть неоригинальные зарядки. Вот они у меня есть. Тоже от Xiaomi. Ну, у них нет значка Mi, как, допустим, здесь на оригинале. Да, здесь есть. А тут у нас нету. Вот. Ну, в принципе, они заряжают. Здесь тоже также нет гравировки. Вот это здесь есть. Вот. Ну, мы будем сегодня заряжать оригинальными. Не очень удобно на Mi Band 4. Почему? Потому что каждый раз надо вытаскивать из ремешка. Мы берем, значит, зарядку, подключаем. И надо будет у нас вставлять его. Ну, в принципе, не обязательно даже до конца одевать, а просто прикладываем. Вот и зарядка у нас пошла. Вот. На пятерке намного проще. Вот, то бишь, вставляем зарядку. Вот, и она у нас магнитная, то бишь здесь достаточно просто попасть как бы в пазы, рука, она магнитится, вот. И зарядочка пошла, да, вот она, в принципе, держится нормально, ничего не отваливается, поставил. Аккумулятор у них долго держит, у этих фитнес-браслетов, там заряжается, я не знаю, раз там 2 недели, наверное, от силы, зарядочка пошла. Ничего вытаскивать не надо, вот, соответственно, только единственное, попасть. Все, зарядка идет. Это удобнее, чем на четверке постоянно надо вытаскивать, одевать, снимать. Вот. Ну, прогресс идет, удобство больше делает производитель. Все для потребителя, чтобы было намного все удобнее делать. Как-то вот так. В общем, заряжайте, смотрите, какие вам нужны зарядники. Отличаются они вот именно таким. Именно так. Вот. Всем спасибо за внимание. Пока.